Всем привет, вы на канале Ава. Сегодня в нашем обзоре, фитнес-браслеты от известных производителей с AliExpress. В этой категории представлены лучшие фитнес-браслеты, от давно зарекомендовавших себя брендов. Помимо некой планки качества, одним из весомых преимуществ покупки девайсов от крупной известной компании, является долговременная поддержка устройств, от производителя. То есть, в течение определенного времени, уже после покупки гаджета, можно рассчитывать на получение обновлений и улучшений к нему, что для мелких компаний совсем не свойственно. Ну а мы начинаем. Номер 3. Lenovo Cardia Plus HX03W. Оптимален при долгом вождении автомобиля. Стремление не отстать от современных трендов, и не позволить конкурентам захватить весь рынок. Свою версию фитнес-браслета представила и довольно известная корпорация Lenovo. Среди основных достоинств – легкий эстетичный дизайн, хорошая эргономика, браслет удобно и приятно носить на руке, водонепроницаемый корпус и интересная конструкция. Благодаря последней значительно облегчается процесс зарядки гаджета, нет необходимости в дополнительных переходниках и лишних проводах, нужно только отстегнуть ремешок и подсоединить USB-разъем к любому доступному порту. Это в некой степени компенсирует не очень высокую автономность устройства. Функционал у HX03W самый, что ни на есть классический: шагомер, пульсометр, будильник, контроль сна и отображение различных оповещений, от входящих звонков до сообщений с социальных сетей. Значения, измеряемые девайсом, конечно, не назовешь абсолютно точными, но обычному пользователю их будет более чем достаточно. Отличительной чертой гаджета является возможность не давать водителю уснуть за рулем. Фитнес-браслет подает вибросигнал, когда его владелец впадает в дрему. Номер 2. Amazfit Core – самый защищенный. Amazfit – дочерний бренд фитнес-браслетов от компании Xiaomi, рассчитанный, прежде всего, на любителей активного отдыха и всякого рода экстрима. Для этого здесь предусмотрен повышенный уровень защиты от любых возможных факторов – воды, пыли, падения и тому подобное. А экран покрыт знаменитым ударопрочным стеклом Gorilla Glass 2 и 5D. Сам дисплей, наконец, стал цветным, что сделало управление гаджетом более удобным и значительно упростило восприятие информации в сравнении с монохромными черно-белыми аналогами. В плане функционала от браслета ничего выдающегося ждать не стоит, набор опций здесь точно такой же, что и у Mi Band 3. Все управление осуществляется посредством единого приложения Mi Fit от Xiaomi, но зато то, что есть, работает исправно и точно. Номер 1. Huawei TalkBand B3. Лучший выбор. Модель TalkBand B3 появилась на рынке в 2016 году, и с тех пор не теряет свою популярность. Гаджет совмещает в себе умные часы, фитнес-браслет и беспроводную гарнитуру. Устройство снабжено изогнутым дисплеем PIMOLED с разрешением экрана 128 на 80, покрытым прочным стеклом Gorilla Glass 3, с закругленными краями. Устройство синхронизируется с iOS и Android. Гаджет следит за фазами сна, уведомляет об SMS и звонках, собирает информацию о физической активности. С помощью фитнес-браслета можно отвечать на звонки, так как в него встроена и динамика микрофон. Уровень водозащиты IP57. Этого достаточно, чтобы принимать душ, не снимая устройство. Требует зарядки каждые 4 дня, время которой составляет 1 час 30 минут. Стоимость устройства зависит от ремешка браслета. Самый бюджетный вариант Active. Это модели с силиконовыми ремешками черного или белого цветов. Классик представлен в коричневом и бежевом цветах. Изделие изготовлено из кожи и отлично сочетается с деловым костюмом. Модель Elite сделана из нержавеющей стали темно-серого цвета. На этом у нас все. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал Ава. Это был обзор фитнес-браслета от известных производителей с AliExpress. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи.